Привет, друзья! Опубликованы кадры подготовки российских военнослужащих с ПТРК «Фагот». Российский ПТРК «Фагот» принят на вооружение в 1970 году. Ранее мы его показывали. Также его сейчас стали устанавливать и на дроны. Ссылка на видео в комментариях к ролику. «Фаготы» применяются, в принципе, постоянно. Как огневое средство очень эффективное на расстоянии до 2,5 километров. Показывает себя довольно-таки хорошо. К сожалению, легкобронированных, бронированных целей, а также лишь ставок противника, находящихся в укрытии. Блиндаж, перекрытая щель и ведущий оттуда постоянный систематический огонь. Выстрел! На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.